Вернемся к Японии. На сегодняшний день это один из стратегически важных партнеров Казахстана. Страна вложила порядка 6 миллиардов долларов инвестиций в нашу экономику. С каждым годом экономические, политические и социально-культурные отношения укрепляются еще больше. Документальный фильм о сотрудничестве обеих антиядерных держав снял телерадиокомплекс президента Казахстана. Первые годы независимости правительство Японии оказало техническую помощь в области ядерной безопасности и реабилитации территории бывшего Семипалатинского полигона. В 2015 и 2016 годах Ельбаса и японский премьер Шинзо Абе подписали два совместных заявления, в котором призвали лидеров заинтересованных сторон начать работу над скорейшим вступлением в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.